Свободная минутка и сразу на лыжи. Так последние пару лет после сидячей работы в офисе отдыхает Роман Васильев. Спортом мужчина занимался и в детстве. Даже получил первый юношеский разряд. Сейчас хочет отличиться на лыжне России. К ней готовится всеми способами. Бег, плавание, лыжи. То есть кто чем. Велотренажеры, ноги, приседания. То есть все группы мышц, кто что. Ну и техника. Техника только на лыжах. Детей на горном склоне Турбазы сегодня гораздо больше, чем взрослых. Учащиеся спортивной школы тренируются непрерывно. И не только к лыжне России. Своими воспитанниками, возраст которых от 7 до 18, тренер Сергей Сергеев очень гордится. Даже студенты, есть и высших учебных заведений, специнститута, есть у нас со средних учебных заведений, кто у нас после 9 поступил. Вот у нас хороший парень пришел, Солдана, первый разрядник. То есть хорошие ребята бывают, поступают. Ребята, что постарше, 15-17 лет, склон проходят уже самостоятельно. Коньковым, одношажным, классическим ходом. А смешивать их будут уже на соревнованиях. На спортивный праздник на второе Владимировское озеро многие решили поехать всей семьей. У сестры там своя дистанция, у нее там 3 километра, ну, как обычно. А отец мой бежит 10 километров, так он уже взрослый. Ну, может, я с ним пробегу. Если будут силы позволять. Я тренировался всю зиму. В этом году нам со снегом повезло. Тренер нас готовит очень хорошо. Я в хорошей форме. На то, чтобы довести форму до идеала, у наших лыжников есть еще 2 дня. В субботу они выйдут на трассу бороться за призовые места во всероссийском состязании. Какие результаты покажут, мы обязательно расскажем вам. Кристина Каширина, Денис Лугов. Программа «Город».